Всем привет, привет. Выгнали свиней. Ну-ка, давай. Иди отсюда. Ой, Груша, ты куда? Уходите. Мама с дочкой. Ой. Ириска нашла корочку от арбуза. Ее ест. Артем, не кричи, я видео снимаю. Так, ребят, смотрите, что у нас со свинарником. Видите, как дымит. Сейчас поближе подойду. Так, это пошла карамелька. Это кабанчик. Вон мелкие бегают. И, конечно, в курятник. Там зерно. Кто это? Это карамелька. Так, ребят, вот видите, из-под крыши идет дым. Значит, решили с мухами бороться радикально. Заказали дымовые шашки. В данный момент... Да, мой хороший. А, нет, это Ашот. Мой хороший. Да. Значит, решили бороться радикально. Заказали дымовые шашки. Это в данном случае дымит мухояр называется. Посмотрим, что с мухами. Сейчас они все разнесут. Сейчас я их отсюда. Естественно, шашков поджигаю. Ой, разносят дверку. Все разнесли. Ну-ка, брысь отсюда. Да, пошла Груша. Ириска, выходи. Застряла. Чего он застрял? А что, в чем дело? А Тёмушка, отойди в сторонку, я ее сейчас оттуда шугану. Метелка. Ириска! Выходи, говорю. Ага, ага, кормушка Ириша. Давай, задом, задом, задом. Задом. Выходи! Да что же это за безобразие? Так, выходим. Нечего сюда ходить. Сейчас я здесь, у меня такая дверка есть. Прикрою. Ой, господи. Все здесь раскидали. Ладно. Так, сейчас я для кур открою дверку. Заодно вам покажу. Ой, погром за одну минуту устроили. Покажу, к чему этот. Сколько вас? Сколько вас? Четыре. Четыре куры и курицы сидят на гнездах, мараны. Совсем что ли чокнулись? Так, уходим отсюда. Да, свинки это хорошо. Но нет, сюда нельзя карамель. Артемка векает. Иди гуляй. Ты моя ласковая, ласковая. Так, еще пока дымит. Значит, что нужно? Шашка поджигается. Дымит, дымит, дымит. Потом помещение проветривается. И можно запускать животных. В нашем случае это свиньи. Сегодня не жарко. Ага, закрыла. Не идут. Весь участок зарос вот такими вот ромашками. Эти ромашки не едят никто. Карамель, не надо за мной ходить. Опять вошла. Ага, вот так, вот, вот что она сделала. Она туда вошла, порвала сетку и вышла. Так, вот здесь у нас что? Здесь у нас то, что Ашот интересуется карамелькой. Но крыть ее в данный момент у нас в планах не было. Для того, чтобы покрыть ее где-то в сентябре, чтобы поросятки были на весну. На осень у нас покрыта одна ириска. Ириска очень быстро восстанавливается. То есть она успеет. Она первая самая поросилась. Мы ее покрыли для того, чтобы осенью она принесла поросят. Осенью поросята успешно продаются. Так как их немного в продаже бывает. Вот. И, в общем-то, но большое количество не нужно. То есть достаточно от одной свиньи. Ириска быстро очень восстанавливается после поросят. Ее можно уже на вторую охоту крыть благополучно. Вот. Поэтому покрыли только ириску на осенних поросят. Это наши два поросеночка, которых мы оставили
от белой нашей Нюши. Нюшу уже убрали. Мы таким приемом пользуемся. То есть первый опорос. Берем поросят. И если свинка не очень высосанная, поросятами не очень худая, ну, где-то месяца два ее подкармливаем, потом уже все убираем. Мясо остается мягким, сочным и так далее. Нюша не имела особо никакой племенной ценности. Но двух кабанчиков мы оставили на откорм. На откорм к Новому году уже мы будем их убирать. Так как мы благополучно продаем сало. Сало наше пользуется спросом. В общем-то, вот два оставили. А дюрки и поросята уходят в основном, не в основном, а все на продажу. То есть и тем самым мы, ну, как-то пытаемся немножко заработать. Так, это не хлам. Это опилки, накрытые линолеумом, тентом, то есть с пленкой. Всем подряд. Все, что есть в хозяйстве, тем мы накрываем. Для того, чтобы пилочки были сухие. Так, ну что, еще все дымит. Уже не так активно, но дымит. Посмотрим. Заявлено производителем то, что после обработки полтора месяца помещение не заражается мухами. И мне понравилось, мы заказывали два вида шашек. А именно мухояр не нужно смывать. Правильно я говорю? Нет, сейчас баночку посмотрю, как правильно. По-моему, мухояр. Не нужно смывать, то есть достаточно проветрить 30 минут. И после этого можно запускать свиней. А другой производитель, ну, сейчас не скажу, потом покажу. Там нужно с содой промывать. Стены, потолок. Ну, как я свинарник промою с содой? Это же нужно 2 дня времени, которого катастрофически не хватает. И что ты там роешь, дружочек, а? Что ты там роешь? Знаю уже как раз тут эти поросята. Сначала в длину, в высоту. После 6 месяцев. Да нет, не после 6, после 4, наверное, начинают нарастать мясо, сало. Но здесь сала будет мало. Она бы побольше. Может быть, чуть побольше подержим. Не знаю, пока еще ничего не решила. Пока растут. Так. Охрает. Взрывает. А вон наши бегемотики. Мне не бегемотов напоминают. Сюда опять карамелька чешет. А за ней Ашот. Ашотик, не надо ее трогать только, пожалуйста. Не надо, сыночек. Не надо. Все, карамель, пошли. Она так и будет возле меня. Надо отсюда отходить от курятника. Иначе она так и будет туда заходить. Карамель, пошли. И здесь вот единственный кусочек, где нету этих ромашек. Ну, не знаю, что это, лечебная какая-то ромашка. Не знаю, как она называется правильно. Но у нас все в ромашках. Хотели покосить, а я мужа уговорила. Я говорю, так красиво. Очень красиво, мне так нравится. Я говорю, не коси, пожалуйста. Ну, высоковато. Трава высоковата. Так, пошли посмотрим, что там. Что там у меня мужики делают. В каком-то веке у меня у мужа получилось окошко на работе. Сломалась машина, машина на ремонте. И он по дому. Все дела. Дыры закрывает. Вон уже все перевернули. Таз погнули. Яму выкопали. Гуляют свинки. Ага, дробят. Дробят, пошли посмотрим. Как дробят. И что дробят. Так. Ячмень, горох, овес. Ну, пошли уж, раз мы с вами гуляем. Видите, у меня везде ромашки. Ромашишки. Я вам что-нибудь покажу сейчас еще. Так, вон селезень. В ромашках голова одна торчит. Вон внук по ромашкам бегает. Амурка. Что? Ромашечки, да? Так,
Что у нас здесь? А здесь у нас 4 утки. 4. Сейчас здесь вон 2 сидят. И одна гуляет. Вот она. Вон в углу, видите, сидят. 4 утки сели одновременно на гнездо. Причем яйца они туда откладывали все вместе. Естественно, все вместе сели. Но одна начала уточка нестись чуть раньше других. Вот, поэтому партия утят у меня уже вывелась. Так, Амур подходит, они, видите, какие вот возгласы. Тогда шипят. Оп, погнала его. Ага, значит, одна утка у меня сейчас с утятами. А эти еще досиживают. Досиживают. Причем две досиживают, а одна вот так вот. Туды-сюды. Подойдет, посмотрит, отойдет. Вот, это утки первого года. Хорошие девочки, продуктивные. Сейчас покажу, сколько утят уже вывелось. А, вон побежала рыженькая хохлатая курочка. Не то ли гбар, не то доминант, не знаю. В любом случае, что мне понравилось? Несутся каждый день продуктивные девчонки. Яйцо крупное, ярко окрашенное. В любом случае, даже если это доминанты, возможно, буду инкубировать. Если кто-то захочет, просто пасхальное яйцо. Ну, то есть цветное. Потому что уже люди спрашивают, Лена, будет ли петушок? Петушок будет. Насчет петушка уже вопрос решила. Нашла. Поменяю его на петушка Марана. То есть петушок у них будет. А там посмотрим. А там посмотрим. Так, мы пришли утят смотреть. У меня все закрыто. Ребят, закрыто, потому что таскают хищные птицы. Очень много таскают молодняка. Амурчик, тебе везде надо быть. Отойди. Вот она уточка. Вон ее малышня. Хорошо растут. Комбикормик, водичка. Все нормально. Вот такого помещения где-то 1,5 на 1,5 вполне достаточно. Тут, наверное, штук 30 утят. Они все заказаны. А, там вопрос во времени. Амур уже в соседнем. Так, закрываю я тебя, подружка. Здесь у меня обычно утяты так и сидят сутками. Вот тут загончик. Вот я так натягиваю веревку, завешиваю пакетами. Вроде бы как хищная птица, чтобы сюда не приземлялась. Но у меня еще и кошки. Еще и кошки. Ну, в общем, вот такая вот принцесса. И таких у меня 5 штучек. Большое спасибо за подарок. Я очень довольна. Вот. Так. А, кто-то спрашивал, Лена, а почему не амироукан? Да ведь в ромашках стоит. И красавчик. Амироуканы, ребят, значит, что с этой породой? Из того, что я увидела и для себя обнаружила, похоже, это одна и та же кровь, привезенная кем-то когда-то. И вот между собой их спаривают. Все друг у друга покупают, вроде бы как, и продолжают их скрещивать. То есть там совсем мелкое яйцо. Яйцо светлое. Никакого оттенка голубизны там нету. Поэтому мне не нравится. Птицы красивые очень. Согласна. Но меня не устраивает качество яйца. Очень мелкое яйцо. Почти 50 грамм у взрослой птицы. И оттенка голубого ну практически нет. Поэтому не хочу я таких амироуканов. А рауканов тоже не хочу, потому что они бесхвостые. Там надо постоянно подстригать перья под хвостом для того, чтобы был оплот. Вот. Ну, в общем, есть у меня вот эти курочки с цветным яйцом, с зеленым яйцом. Такое оно, зелено-голубое. У кого-то голубее, у кого-то зеленее. И меня это вполне устраивает. В конце концов, яйцо вкусное. Одна курочка, ну, пока молодка, дает двухжелтковое яйцо. И они каждый день от 5 кур 5 яиц стабильно я получаю. Что еще птицеводу надо?
Вот. Кто-то, если захочет таких цыплят, значит, немножко их размножим. Ну, только под заказ, естественно. Так, мои михеленки. Вот петушку 1 год и 2 месяца. Посветлел хвостик немножко. Так и должно быть. Вот он, красавчик. Мои курочки. Где остальные? Остальные на гнезде. Так, ячмень у них. Водичка у них. Комбикорм даем в помещение. Пока один для несушек. Даем в помещение, потому что дожди размачивает. А зерно вот так вот постоянно на улице. Может быть. Значит так, по поводу инкубационного яйца. Ребят, вот показываю, чтобы вы сами видели. Видно, да? Линяют. Все. Яйца практически нет. У меня столько заказов на михеленскую кукушку. И я не могу собрать яйцо. Куры отдыхают. Ну, имеет место быть. Вот это вот тоже отдыхает. Вот это вот темненькое. Это, наверное, помоложе. Сейчас не вижу, ножки заросшие. У них колечки на ногах. Вот. Она, наверное, одна и несется. А эти линяют, девки. Нету яйца. Ну, что поделаешь. Живой организм. Никуда не деться от этого. Так. Здесь у них орешник. В орешнике белочка живет. Сейчас не вижу ее. В общем, у нас с вами получился такой ролик. Все подряд. Муж там гладит. Кого гладит? Ашота. Ашотик, да. Хороший, ласковый кабан. Не агрессивный. У нас агрессивный бывает только свиноматки. И то в тот момент, когда они спросят. Ну, ребят, селезни, если кому-то нужно, шикарные, есть. Никак я их не уберу, не зарублю. Жалко что-то рубить. Кровь хорошая, по весу хорошая. И у меня еще в морозилке там 2 или 3 уточки лежит. Ну, красота же ромашки. Смотрите, это все птичий двор. Все в ромаш. Какой-то цветочек, что, видите, так размножится хорошо. Прям все заросло. Красотень. Так, Амур, Амур. Амур сейчас у меня получит. Да, нельзя курочек трогать. Нельзя. Кученьку где-то нашел. Чем удобно еще? Почему говорю, что буду обязательно держать и размножать? Иди. Допустим, вот кученская юбилейная порода. Яйцо, ну, такого бежеватого цвета. Сидят с кученским петухом. Они у меня вот в этом сарайчике. К ним спокойно можно подсаживать вот этих дамочек с зеленым яйцом, да? То есть я не породу не испорчу кучинскую, потому что, собирая яйцо, я вижу в гнезде, где яйцо кученки, а где яйцо не кученки, правильно? То есть зеленые, допустим, яйца собрала на столовое яйцо, кученку собрала на инкубацию. Очень удобно, когда яйцо разного цвета. Вон она пошла песочек поклевать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть можно их вместе с кем-то держать. С любой породой можно держать. И не будет никакой пересортиться. Потому что яйцо этих курочек отличается по цвету. Так, ребят, еще заказала ивермектин. Вот у меня еще тут кученки. Так, для того, чтобы обработать внутри курятники такими дымовыми шашками. Курятник, что-то я побаиваюсь обрабатывать. А ивермека тут, который пропаивается птицы, им можно обработать и стены. Но об этом никогда так не делала. Знаю, что ребята делают, птицеводы. Попробую сделаю, тогда свое мнение сниму видео, вам покажу. Вот, такие вот дела. Такая вот у меня тут обстановочка. Ой, на 20 минут уже наговорила. Все, ребятушки, выдалось время свободное. Вот я с вами и болтаю. Все показала, все рассказала. Обязательно, не знаю, сюда что ли дописать по поводу этого мухаяра. Будет ли эффект или нет. Да, наверное, придется это видео дописывать. Хоть оно и так уже очень длинное. Но во всяком случае,
вы поймете, есть ли смысл или нет заморачиваться этими водными шашками. Ой, жрут мои гортензии. Вон там на заднем плане. И супруг стоит и смотрит терпеливо. Вместо того, чтобы их погнать. Ашотик, Ашот, Ашот. Камеру он гораздо меньше. Он 2 с лишним метра, наверное, в длину. А по объему не знаю. Не знаю какой. И по высоте он мне по грудь. Выше пояс, выше талии. Сейчас, кого бы мне к нему поставить-то? Сереж, а встань рядом с Ашотом. Сейчас мы мужа поставим. Нет, муж у меня 1,82 м. Сейчас мы его поставим, чтобы понятна была высота. И такая же по высоте карамель. Вот так встань, чтобы со стороны понять, какой он высоты. Ну, все, кто приезжает. А улег. А улег. Все, кто приезжает за поросятами. Сколько он в длину? Откуда я знаю? Ну, примерно. 2 метра, наверное. 2 метра? Или побольше? Не знаю, нет. Ага. Ашот, встань. А где это? Ириска у нас тут. Ириска туда пошла. Сейчас он встанет. Довольно лежит. Не шелохнется. Так любит ласку. Не знаю даже, когда я с ужасом думаю о том, что когда придет время его менять. Во-первых, где брать другую кровь. Это так сложно. Карамелюшка. Ну как же, гладят тут кого-то. Без нее. Карамелюшка. Видите, еще немножко она... схуднувшая после поросят. В общем, кто приезжает за поросятами, увидит наших свиней. Ну, встань с карамелькой рядом, встань. Вот встань. По талию? Нормально. Нормально, ведь. Я хочу поверить, нормально. Ладно, ребятки, допишу я сюда все-таки, какой эффект от шашки, от шашки мухояр. Это не реклама. Я ее заказывал на Валберисе в районе 250 рублей. Вот, все, карамельш. Вот, он взял и встал. Ах, мои красавицы. И красавец. Так, все, ребят, не про... Ага, они уже хотят зайти. А там проветривать еще надо. Вот так погуляют. Ой, 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 начинает он за ней ухаживать. А нам это не нужно. Ладно.